Adidas Amigos. Сегодня мы вышли для того, чтобы снять вам видео про наш магазин. Солнышко светит, уже как-то и на душе радостно. Ну все, мы поехали. Будем вам снимать видео. Дороги наши в рытвинах и ямах, поэтому камеру трясет. Это у нас вот один торговый центр. Сейчас мы поедем в другой, который самый большой у нас в городе. Да. Но это еще маленький торговый центр. В областных городах, таких как Ярославль, вот, и другие города России, там более крупные центры. В этом торговом центре находятся промышленные товары, то есть одежда, бытовая техника, ну и всякое такое. Потом находятся несколько кинозалов. Люди приходят кино смотреть. Потом там есть развлекательный центр. Какой-то там для детей. Покажем продуктовый магазин. На цены посмотрим и на ассортимент. Не знаю, вон. Ну вот мы зашли в наш продуктовый магазин. Называется это супермаркет «Карусель». Покажем вам ассортимент наш и цены какие. Ну, соотношение, как я посмотрела, идет 1 рубль. Нет, наоборот, 1 песо 34 рубля. Вот примерно так прикидывайте. Если в городе у нас средняя зарплата 15-20 тысяч рублей, то вот как вы как-то сообразите, какие цены, высокие у нас они, или низкие, или нормальные. Сейчас вот мы зашли отдел, это канцелярия. Но тут, что нам понравилось, что здесь народ не толпится, и можно спокойно что-то поговорить. Книги. Это у нас отдел детского питания. Вот смотрите, какие цены. Здесь есть такие смеси, вода, соки. Здесь вот соки одноразовые и питание в баночках. Это уже все готовое, только разогреть и поесть. У вас, наверное, тоже такое есть. На цели надо нацеливаться. Это походная утварь. Это тут цены поближе, какие-нибудь покажи. Сковородки. И кастрюли. Вот, смотри, недорогие. Вон туда. Сюда, в эту сторону. Мы зашли в кондитерский отдел. Здесь у нас конфеты продаются. И шоколад. Такие цены примерно. Вот наши аленки. Вот наши фирменные конфеты, шоколад, вдохновение. Это знаменитая фабрика «Красный Октябрь». И пастила. Кто-то любит. Я очень люблю. Вот еще.
много. Здесь уже пошли печенье, вафли, тортики. Очень вкусный шоколад, шоколадница, торт шоколадный, вафельный. Красный октябрь, мишка косолапый. Это печенье. Все в упаковочках разных нужно взять. Вот тоже очень красивое. Но это все импортное, это не наше. Импортное, жестяных баночках. Так, смотрим, значит, здесь. Это уже как в европейских, американских магазинах. Выставлены конфеты. Эти цены. Так, это цена за 100 грамм. Смотри. Да, да, я снова. 29 рублей за 100 грамм. Это хлебобулочные изделия. Хлеб разных сортов. Мексиканские лепешки. Смотри, что у нас есть, что мы встретили. Я такое не видела. Тортилос, мексиканские лепешки. Надо взять. Так. Конфеты на развес на обратной стороне. Вот смотри еще. Набираешь мешочек, взвешиваешь. Сколько тебе надо? Наверное, у вас так же. Не знаю. Вот здесь, как в американских магазинах, выставлен сахарный песок. 1 килограмм 42 рубля. Это торты сладкие, всякие вкусняшки. Несешься, как у горелой. Можно все купить, прийти домой, разогреть и поесть. Здесь мясные блюда, тут салаты, винегреты. Все можно купить. Нас, так как у нас, вот как говорится, северный край, поэтому нас любят как бы питательные салаты. Мясные, и чтобы сытные были. Сейчас мы подошли в молочный отдел. Здесь у нас молоко, йогурты, сыры, творог, сметана. Вот цены, смотрите, какие. За литр 47 рублей литр стоит молока. Кефир, йогурт, пряженка, ну, все. Колбас. Смотрите, у нас есть мясные продукты, тоже уже готовые. Нарезай и кушай. Это буженина, грудинка. Сухарок, карбонат. Здесь сосиски, сардельки. Здесь уже копченые колбасы. За 7, да. А вот эти, это вот это, да? Свежая рыба. Ага. У нас она очень дорогая. Хотя кругом моря и океаны, но рыба дорогая. Яйца. Яйца. Нет. Да. Относительно недорогие.
десяток. Два песо. Нет? Два песо. Ну, где-то так. Мясо. Вот сколько у нас стоит оно. А что было здесь? Это говядина. У нас говядина очень дорогая. Просила ценники, я тебе ценники снимаю. У нас виноводочный отдел мы зашли. Так. Вино, мартини, я так понимаю. Вина всякие есть и европейские, даже где-то я видела, были из Чили, мексиканские не видела, чилийские видела, были. Французские, как бы, насколько это правда, Мартин. Мартин разных видов, Чинзана, разных видов. Сейчас перейдем в отдел водки. Спиртные напитки. Очень большой ассортимент. Это в районе от 30 до 40 градусов. Целые ряды. Пей не хочу. Заливай свое горе. Или радость. Здесь водка. Ну, завершающий репортаж. А у нас еще не все. Все. Еще не все. Обошли. Это мы пришли в отдел, где у нас овощи и фрукты. И смотрите, какие цены. Груши, яблоки. Давай такие возьмем. Лук. Вот смотрите, лук у нас какой есть. Белый и красный, про который я вам рассказывала. Для салата очень хорошо. А вот обычный репчатый, желтенький. Огурцов, наверное, сейчас заснимаю, а когда да, купить. Вот капуста китайская, с которой мы делали салат. Где достать? Всякая. Зеленый лук, петрушка, укроп, кинза. Вот такие наборы. Очень хорошие зеленые. Редиска, лук и укроп. Даже кокосы есть. Вот это у нас что? Кокос такой и там он еще. Что это у нас? Папайя. Папайя. О, папайя. Авокадо. Авокадо. Это что у нас? Манго. О! О, смотрите, еще что есть. Мексиканская. Нашли. А почем они? Молодой зеленый лук. 108. Натурально. Он что есть? Мексиканская. А это что тоже? Начос. С кусочками лука и морской соли. Давай возьмем. С
все, в общем. Все мексиканское.